Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A2 перейти в режим восстановления или же Recovery Mode. Чтобы на данном устройстве перейти в Recovery Mode, нам будет нужно сперва выключить телефон с помощью кнопки включения и увеличения громкости, нажимаем, выключаем устройство. После того, как наше устройство выключилось, нам будет нужно зажать кнопку питания, нажимаем. И через несколько секунд зажимаем еще кнопку уменьшения громкости. Зажимаем эти две кнопочки, и как только у нас появится логотип, отпускаем все кнопки. Отпустили, и ждем, пока у нас не появится наш выбор языка, после чего мы сможем только войти в рекавери. Вот у нас появился выбор языка. С помощью курсора мы двигаемся вниз, выбираем кнопку питания, язык английский, и вот мы уже перешли в наш рекавери. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.